Hare Krishna. Hare Krishna, Adi Guru Maharaj, please accept our humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Yeah, please accept my humble obeisances, our glorious Srila Prabhupada. Guru Maharaj, they said that Amala Chandra Prabhu will translate today, but I cannot see him in the chat, in the Zoom. Maybe he will join later. If he won't join, I will translate. Adritharana asked me. Okay. Адритхарана, вы будете переводить, да? Нет, должен был быть Амал Чандра. Я на работе. А вот его, а окей, а вот его нет. Не вижу я Еще его. лучше. Опять он покупает. О, Кришна, ну начните Маджилати Шача, не знаю, что Да, делать. может быть, Второй он раз посмотрит уже такая соединиться. Окей. комитет. Второй раз. Сейчас я скажу грубо. Да, я сказала ему. Ну, скажите еще раз, если можно. Да. Dear Guru Maharaj, Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. Yeah, Haribo. Sorry, Guru Maharaj. Now I'm on my job. I asked Amal Chandra to translate, but. Yeah, it's okay. So, Shachi to translate. Hello? Yeah, Now Chachi. I, yeah, you already charged me. Yes, you can translate. So, Guru Maharaj, we can begin, I think, yeah? If you like. Guru Dev, your mic, no, please unmute. Can you hear me now? Yes, now it's okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiret Nastapraeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, Text Number 22. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 5, текст 22. Кала Гуна Вьятикарха Хари Нама Свабхавата Кармано джанма махата пурушад иститад абод. So, should I Okay. retranslate translation? Or Huh? Should I retranslation Gurudev and purport? No, wait. Kalad guna vyatikara parinama swabhavata Karmano janma mahata purusha adhishthitad abhut. Okay, now you can read the translation in the purport. Okay. Перевод. После того, как Господь воплощается в форме первого Пуруша, Карана Вашая Вишну, возникает Махат-таттва.
совокупность начал материального творения. Затем проявляется время, а вслед за ним появляются три качества. Природа представляет собой проявление трех качеств, которые преобразуются в деятельность. Комментарий. Благодаря всемогуществу Верховного Господа, все материальное творение эволюционирует, проходя в своем развитии через ряд последовательных преобразований и взаимодействий. И по его же высшей воле все объекты материального мира вновь уничтожаются один за другим, погружаясь в тело Всевышнего. Кала, время, это синоним природы. Оно представляет собой преобразованное проявление совокупности элементов материального творения, поэтому калу можно считать первопричиной творения, а преобразование природы порождает разнообразную деятельность материального мира. Такую деятельность можно считать проявлением врожденных инстинктов каждого живого существа и даже неодушевленных предметов. И в результате этой деятельности возникают разнообразные объекты и побочные продукты, имеющие единую природу. Изначальной причиной всего этого является Верховный Господь, поэтому Веданта Сутра и Бхагаватам начинаются с определения абсолютной истины, как источника всех творений. Джанмадья Сья Ятаа. Хари Кришна. Ом Агьяна Тимарандасья Кьянанджана Шалахая. Чаксурмилитамина, тасмай хри гурабе намаха. Ванчакалпата рубьяща, крипа синду бай эвача. Патитанам паване бьо, вайшнаве бьо, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда. Шри Адвайта Гададхар. Шривасади Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Sukadeva Goswami had been asked by Maharaj Parikshit to describe the process of creation. Махараджа Парикшит спрашивает Шукадеву Госвами о процессе творения. So, Шукадева Госвами is describing about how the first of the Purushas, namely Mahavishnu or Karana Dakshayi Vishnu, how his original his taking on the duty, the work of arranging for the creation. И Шукадева Госвами рассказывает о том, как Махавишну или Карана Дакашая Вишну начинает процесс творения. You can understand that Махавишну is an incarnation. He is not the original Supreme Personality of Godhead, but he's an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Мы должны понять, что Махавишну это не изначальный Господь, он является инкарнацией Верховного Господа, Верховной Личности Бога. So he's one of the Purusha avatars. So he's responsible for the work of the bringing about the manifestation of the material creation. Он является ответственным за проявление материального творения. So after Mahavishnu appears, then the Mahatattva appears. Когда появляется Махавишну, после Махавишну появляется Махататтва. And then time is manifested. Затем время проявляется. And with time, the three qualities of nature appear. И затем проявляются три качества природы вместе со временем. So three qualities: goodness, passion, and ignorance. Это благо. They're the prominent qualities of the material world. Это благость, страсть и невежество, которые пронизывают материальный мир. And according to how a person associates with these three qualities, they will perform activities influenced by that particular nature.
И в зависимости от того, как человек взаимодействует с этими тремя гунами природы, они оказываются под их влиянием. If one is in the mode of goodness, then he will perform activities which are pious and which are pleasing. Если человек находится под влиянием гуны благости, то он совершает благочестивую деятельность и удовлетворяет этим всех. And if one is influenced by the mode of passion, then there will be symptomized by a lot of activity and a strong attachment to the results of the activity. А тот, кто находится в гуне страсти, занят разнообразной деятельностью и очень привязан к ее плодам. And if one is influenced by the mode of ignorance, then the activities will be lazy and dirty and irreligious and full of all inauspicious qualities. А тот, кто находится под влиянием гуны невежества, характеризуется ленью, он нечистотой, а также безбожием. So the whole process of creation comes about under the direction of the Supreme Lord. И весь процесс творения происходит под управлением Верховного Господа. The Lord arranges he arranges that there will be changes and reactions to bring about creation. И Господь устраивает все изменения и преобразования в течение процесса творения. And all of these activities are done under the influence of time or kala. И вся деятельность происходит под влиянием времени или калы. And Srila Prabhupada writes that kala means also nature. Time means also nature. Шрила Прабхупада также пишет, что кала – это природа. То есть кала означает также природу. And the nature of time is that there is creation. А природа времени – это творение. So time is described to be the initial cause of all creation. Время описывается как изначальная причина всего творения. And under the influence of time, then different activities take place and the material world becomes visible. И под влиянием времени происходит разнообразная деятельность в материальном мире, и там она становится проявленной. Different living entities all have their different activities. И живые существа также заняты разнообразной деятельностью. Just like the animals, their activities are very much concerned with eating and sleeping. And sometimes they are concerned about giving. И животные заняты в основном едой, сном, вот такой деятельностью. So some living entities, they're very much absorbed in eating. They just want to fill the belly. They just want to eat. Некоторые заняты поисками еды главным образом, то есть тем, как только наполнить свой желудок. It's one of the manifestations of Brahman. The first level is anamaya. Anamaya, simply dependent on food grain. Одно из проявлений Брахмана, первое проявление, это анамая, то есть каким образом обеспечить себя пищей. And then there's other levels. Of course, after anamaya, there's other living entities. They're more pranamaya. They're more dependent on the activities.
Not just eating, but all kinds of activity. Акруда в пранамая, yes? Yes. Ага. Следующий уровень – это пранамая, и на нем живые существа заняты в основном разнообразной деятельностью. And then above that, then there's manamaya. Следующий уровень – это манамая. So there's different levels of consciousness in every living entity, and according to their consciousness, they will perform different kinds of activities. То есть в каждом существе есть проявление вот этих уровней деятельности, и в зависимости от того, на каком уровне существо находится, оно проявляет себя в какой-либо деятельности. And inert objects. There are objects which don't have any consciousness. И существуют также низшие существа, у которых нет никакого сознания. But from all of these different objects, then so many different activities come about. Однако из благодаря им происходит разнообразная деятельность. And you get, we produce in the material world, we're fond of producing, we like to produce many different products. Они производят очень много разнообразных вещей и являются основой материального мира. Just like from the tree, you get wood. Например, деревья – это топливо, дрова, древесина. And from wood, then you use it to make furniture, to make houses, and to construct. И из дров можно, из древесины можно построить дома и прочие вещи. So all of these things are there by the grace of the Supreme Lord. Все эти вещи имеются в мире по милости Верховного Господа. So the creation comes about because of the absolute truth, because of that one Supreme Lord. И все причина всего творения – это Верховный Господь. Все творение совершается от Него. In the Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, it begins, Janmadyasya, that in the beginning, there's the phases of creation. И Srimad Bhagavatam начинается со стиха Janmadyasya. Таким образом, это начало творения. And that creation is all due. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Yes, Хари Кришна. Mm-hmm. You hear me? Yes, now I can hear you. Okay. So, Sukadeva Goswami is describing the beginning of the creation. In the beginning is time. Так что Шукадева Госвами описывает творение, и в начале творения находится время. And everything comes about under the influence of time. Все на свете совершается под влиянием времени. But in the course of time, everything is also destroyed. И также со временем все разрушается. Because this is the nature of material existence. Потому что такова природа материального существования. The material existence is temporary. It has a beginning, it has an end also. Все материальное творение является временным. У него есть начало, а также имеется и конец. So we're encouraged
not to become too much overly attached to the material life, but to think of our eternal position as a spirit soul. Поэтому мы призываем всех не особенно привязываться к материальному миру, а сосредоточиться на своем положении как духовного существа. Lord Krishna wants all of us to come out of this material nature and go back to Godhead. Господь Кришна хочет всех нас забрать из этой материальной природы и вернуть назад домой к Богу. So this material world is created for two purposes. Материальный мир создан с двумя целями. One purpose is to allow the conditioned souls that they can satisfy their senses, satisfy their material desires. Одна из них это позволит живым существам попробовать наслаждать здесь свои чувства, удовлетворять свои желания. And the other purpose is it can provide the means by which they can come out of material existence and go back to Godhead. А другая причина сделать так, чтобы живые существа создать такие причины, по которым живые существа могут вернуться назад к Богу из этого материального существования. So the living entities understand in their conditioned life of the living entity, they don't understand their spiritual identity. They're in ignorance about spiritual life. И живые существа, находясь в обусловленном состоянии, не понимают своего истинного положения, поскольку они находятся в невежестве. When they're fortunate, then they contact the devotees and they get the seed of devotion and they begin their spiritual practice. И если они очень удачливы, то они встречаются с преданными и получают семя преданности, начинают свое преданное служение. So we have to understand the importance of Krishna consciousness and the importance of association with devotees. Мы должны понять важность сознания Кришны и важность общения с преданными. Lord Krishna goes to so much trouble to arrange this whole cosmic creation for us, just to help us to come out of our illusion. Господь Кришна принял на себя все эти хлопоты по созданию материального мира ради того, чтобы освободить нас из сетей иллюзии. But we're so blind, we're so covered, we're thinking there's nobody there. We think, oh, God is not somebody who's actually a person. They will think God is just some worker that he sits in an office somewhere. Но мы думаем, что в творении никого нет, что Бог это не личность, что он просто тут в качестве такого работника, вроде работника в офисе. So, to help us get out of the ignorance, the devotees, the pure devotees come and they perform the sankirtan of the holy name and they wake us up out of our ignorance. И для того, чтобы вызволить нас из невежества, преданные приходят сюда, воспевают святые имена и дают их нам, проводят санкиртану. Lord Chaitanya's movement is meant to deliver the souls out of their material condition. Движение Господа Чайтани призвано освободить все обусловленные души из материального мира. We don't want to become bewildered by the temporary manifestation of the material creation. Мы не должны сбиваться с толку различными временными проявлениями материального мира. We may have respect and adoration for people in the material world, but often that mood, that feeling, it's all based on the body. It's all ignorance. Мы можем уважать и почитать каких-то личностей в материальном мире, однако это все основывается на телесной концепции.
Another type of ignorance is where we're envious of the Lord Himself. И другой род невежества – это когда мы завидуем Верховному Господу. And we just simply deny the existence of any God or any creator. И мы вообще отрицаем существование Господа и Творца. So the devotees are very conscious of time, and they use time very carefully, because they know time is destroying everything. Поэтому преданные очень беспокоятся о времени и относятся к нему с большим трепетом, поскольку время разрушает все. In the 11th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes, he said, I will show the form of time to my disciples in India. И в 11 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, я покажу свою форму времени своим ученикам в Индии. In India, Gurudev, yeah? Кришна said, I will show my form to my disciples in India, or? No, it's I will show my form of time. Uh-huh. To my disciples, yeah? To everyone, to Arjuna. Okay, я покажу мою форму времени моему ученику Арджуне. And when Arjuna saw the Kalarup, when he saw that form of time, he saw how Krishna was destroying everyone. Everyone was being killed. И когда Арджуна увидел Кришну в форме времени, он увидел, что это время разрушает все, и все будут убиты. So Arjuna became very puzzled, very perplexed. He was in anxiety, and he asked Krishna, "What's happening?" И Арджуна был очень испуган, взволнован и спросил Кришну, что же происходит. And Lord Krishna told Arjuna, he said, "Time I am, destroyer of the world, and I come to claim all people." И Кришна ответил ему, я есть время, которое разрушает все, и я пришел сюда, чтобы забрать всех. So Lord Krishna is teaching Arjuna the nature of time, and we see also ourselves in our life in the material world, we see the nature of time. How it destroys everything. Итак, Кришна учит Арджуну природе времени, и мы в материальном мире также можем наблюдать повсеместно, как время разрушает все. So we want to make the best use of time. Make the best use of it is to use every moment in the service of Krishna. Поэтому мы должны использовать время наилучшим образом и использовать каждую секунду для служения Кришне. If we don't use time in the service of Krishna, then it will be taken into the service of Maya. И если мы не используем время в служении Кришне, то мы будем использовать его в служении Майи. Okay, so we'll stop. Мы здесь остановимся. We'll take some questions. Какие-то вопросы? Гуру Махарадж, I have one question. Okay. Guru Maharaj, in Srimad Bhagavatam, okay, I will say Russian at first. В Srimad Bhagavatam Srila Prabhupada часто пишет о том, что атом является, ну, как бы, неделимой частицей и самой маленькой. Но мы знаем, что атом также состоит из более мелких частиц. И вот в каком смысле Прабхупада говорит о том, что атом – это мельчайший и неделимый. So, Guru Maharaj, in Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada sometimes writes, sometimes says that atom is the smallest part of the material nature, material creation, and atom cannot be divided. But we know that atom is divided. There are some smaller parts of atom, like neutrons, protons, electrons. So in what sense Srila Prabhupada says that atom is the smallest part of creation?
Yes, but smaller than atom is Krishna, the super soul, Paramatma. Гуру Махарадж отвечает, что меньше атома Кришна в форме параматмы. Because Krishna's in the atoms. Кришна находится во всех атомах. Okay. So, Gurudev, but we know there are some parts of atoms, like neutrons, protons, and so on. What about this? What is, well, Krishna is everywhere. He's omnipotent. He's everywhere in everything. Я спросила, а как тогда быть с протонами и нейтронами, которые там в атоме находятся? Гуру Махарадж сказал, что Кришна находится во всем и повсюду. If you see the devotees, just like devotees are everywhere. Wherever you go, you find some devotees somewhere. So Krishna, as Paramatma, he's everywhere, he's in every atom. And he's not only in every atom, he's in every particle of the atom also. He's in the protons, he's in the neutrons, he's there in everything. Как преданные находятся повсюду, мы можем видеть их по всему миру. Также и Кришна находится везде, как Параматма. Он находится и в протонах, и в нейтронах, и в этих мельчайших частицах также. So, a devotee of Krishna sees Krishna everywhere, in everything. Преданные Кришны видят его повсюду. In the Bhagavad Gita, in the 6th chapter, Lord Krishna says, Yoyam pashati sarvatra sarvam chamai pashati tashaham na pranashami na chasim chena pranashati. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. В Бхагавадгите, в 6 главе, Кришна говорит, кто видит меня во всем и меня везде, тот никогда не потерян для меня, и я никогда не потерян для него. So that's the highest level of realization. That's the topmost devotee. They can see Krishna everywhere, in everything. Это высший уровень преданности, то есть преданный высшего уровня, который видит Кришну повсюду. Just like Prahlad Maharaj, you could see Krishna everywhere, in everything. Вот Прохлад Махарадж, например, видел Кришну повсюду и везде. So when his father asked him, where is this God? Is he in here? Prahlad said, yes, he's here also. И когда его отец Хираньякашипу спросил у него, а что твой Бог вот здесь тоже находится, Прохлад сказал, да, он везде. So that's at the topmost devotee. They have that vision. Это самый лучший преданный, когда он обладает вот таким видением. But for most of us, we're practicing, we're trying to come to that higher level. Большинство из нас, мы просто пока еще практикуем, мы стараемся подойти к такому уровню. Okay, thank you very much, Guru Maharaj. Next question from Kladini Mataji. Матаджи Хладини, ваша рука, да, первая у меня? Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные. Вот сегодня Гуру Махарадж в лекции говорил про время, про сосредоточенность, и вот что нам нужно сосредоточиться на своей внутренней природе. И вот рассказал, что такой преданный, он не теряет ни минуты, да, всегда служит. А как вот еще можно вот, ну, проверить, сосредоточена я или нет? Преданном служении. Такой вопрос. Хари Кришна, спасибо. Сейчас, секунду. А как проверить сосредоточенность, да? Окей. So, Гуру Махарадж, can you hear me, Гуру Дев? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, Гуру Махарадж, it's okay. Mataji is asking about in your lecture today, Gurudev, you said about time and concentration.
And that such a devotee doesn't lose any moment in his life and use it for the service of Krishna. And how can we check, are we concentrate our focus on the Krishna or not? How can we check our concentration? By chanting Hare Krishna mantra, by hearing about Krishna, by associating with devotees, then we can fix our mind on Krishna. С помощью воспевания, с помощью общения с преданными, с помощью слушания мы можем зафиксировать свой ум на Кришне. Гурудев Матаджи is asking, how can we check are we fixed or not? How can we check? Yes, uh-huh. Check what? Are we fixed on Krishna or not? Are we fixed on Krishna? Well, if we're fixed on Krishna, then we will chant his holy name. Когда мы воспеваем святые имена, тогда мы сосредоточены на Кришне. We'll be eager to do service for Krishna. Мы очень хотим, стремимся совершать какое-то служение для Кришны. We'll be enthusiastic for the service of Krishna. И мы проявляем большой энтузиазм в служении Кришне. Okay. Угу. Хорошо, Матаджи? Хорошо. Да, хорошо. Ага, ага. Okay, so Gurudev, next question from Карпура Манджари, Матаджи. Пожалуйста. Хари Кришна, поклоны примите, пожалуйста, ваше святейшество. Спасибо большое за лекцию. Хотела спросить, а Господь, когда в форме сверхдуши присутствует в каждом атоме, его сопровождают его вечные какие-то спутники или энергии? Сейчас. Okay. Gurudev, yes, please accept my humble obeisances. Thank you very much for your class. When Krishna are in the form of a super soul of Paramatma, his followers, his associates, following him in when he is in the form of Paramatma or not? Or maybe some energies are following him in the form of Paramatma. Do you mean the devotees who take the form like Paramatma? No, Mataji is asking, when Krishna is in the form of Paramatma, are mm-hmm. there some devotees, are there some associates or the eternal associates of Krishna or some energies which are following him in this form when he is in like Paramatma? Or he is alone like Paramatma, if I understand correctly. Well, in the heart of the living entity, he's accompanying the every individual soul. В форме параматмы Кришна сопровождает каждую индивидуальную душу. So he's always in the company of another soul. Поэтому он всегда находится в компании другой души. Yeah, we give the example two birds in a tree. Мы знаем пример двух птиц на дереве. О, Матаджи, вы спрашивали, когда Кришна входит в атом, да, сопровождают ли его спутники, или когда он как сверхдуша находится? Матаджи, как Пурамаджари. Ну, сказал, в каждом атоме находится Господь как сверхдуша, как Параматма. Если там, so, Гуру Махарадж, Матаджи из... checked your question, noticed that when Paramatma is in the each atom,
Are there some followers with the Paramatma? Well, the Paramatma is Shiradakshayi Vishnu. Shiradakshayi Vishnu is laying in Swetha Dweep. Параматма это Кширадакашая Вишну, и он возлежит, находится на Шветадвипе. So in Svetadvipa, his followers are there with him. И там на Шветадвипе его спутники находятся с ним. I've never heard about other followers going with the Lord, but usually the Lord is never alone. Я никогда не слышала о других спутниках, наверное, когда Господь в атоме, но вообще Кришна никогда не бывает один. He's always with his devotees. Он всегда находится с преданными. So in the heart of all living entities. Он в сердцах всех живых существ. Next question, Gurudev. Спасибо yeah. большое. Uh-huh, thank you very much. Next question, Mataji Anastasia. Да? Да, Хари Кришна. Можно, да? Uh-huh. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные, примите поклон, спасибо за лекцию. Хотела спросить, у меня состоялся разговор с одной преданной, и ну, мы разговаривали, я говорю, что нам не нужно на райские планеты стремиться, потому что там много наслаждений, трудно практиковать, ну и то, что в Бхагавад-гите говорится, что потом, когда заканчивается благочестие, мы падаем обратно ну, на землю. А она говорит, что там в седьмой песне, не помню стих, говорится о том, что, получается, там на райских планетах все думают о Кришне все время. И поэтому, ну, типа, можно и на райские планеты. Вот так mm-hmm. ответила мне, что сказать ей. Ну, вот в таких случаях, как вот объяснить? Ну, и вообще мне понимать. Может быть, я что-то неправильно понимаю. Хари Кришна, mm-hmm. спасибо. Окей, окей. Суа Гуру Махарадж. Please accept my humble obeisances, Gurudev. Thank you very much for your class. Mataji is asking. I never told with one devotee, one Mataji, and I said that we shouldn't be eager to come to heavenly planets because there are a lot of sense gratification on it. And Mataji said, and after that, we will follow to the material world from the heavenly planets. So Mataji, this Mataji said that in the seventh canto of Srimad Bhagavatam, it is said that on the heavenly planets, everyone is thinking about Krishna. And so that we can also I'll be eager to achieve the heavenly planets. So Mataji is asking, what can I answer to this Mataji? And how to explain her, what is right in this situation? In this situation? Well, we can say, we can say Krishna's in charge. Krishna's taking care of everyone. Мы должны, можно ей сказать, что на Кришна заправляет всем и руководит всеми. Let me hear the question again. It was the conversation between two Matajis, Mataji Anastasia.
who is asking the question. And another Mataji. This another Mataji said on the heavenly planets, everyone is thinking, always thinking about Krishna. And that's why we can also be on the heavenly planets, like a devotees. So is it right or not? Why? What's it? The, why we? That's why we also can be eager to be on the heavenly planets. Because on Not right. That the demigods, the heavenly planets, they're not pure devotees. Поскольку на райских планетах полубоги это нечистые преданные. They're pious, but they're not pure devotees. They're thinking of the Lord, but they have material desires. Ага, они благочестивые, но они нечистые и преданные. Они, конечно, думают о Господе, но у них при этом еще имеются материальные желания. And they will approach the Lord to fulfill their material desires. А Господа нельзя достичь, удовлетворяя материальные желания. So a devotee of Krishna, he shouldn't want material desires. У преданного Кришны не должно быть материальных желаний. He just wants to serve Krishna. Мы должны хотеть только служения Кришне. He doesn't mind if he has to work at night or have a job. А если он работает день и ночь, то, в общем, это неправильно для удовлетворения материальных желаний. So it's the pure devotees are worshipable. They're worshipped by the demigods. Чистым преданным поклоняются даже полубоги. So common people, they may worship the demigods, but they worship them for material desires. Обычные люди могут поклоняться полубогам, но они им поклоняются ради материальных желаний. But devotee will worship the Supreme Lord. Однако преданный without any desire. Ага, однако преданный должен поклоняться Верховному Господу без каких-то других желаний. Okay. Mm-hmm. Next question, Gurudev. Thank you. Thank you very much, Gurudev. So next question. У нас тут были руки и пропали все. Адридхарана поднимал руку. Нет больше, да? Маджи Вайчачи. Сейчас вопрос Маджи Вайшнави Вани. А у меня не совсем вопрос. У меня просьба Гуру Махараджам созвониться после power к вопросу. И все, я потом в конце. Хорошо, все понятно. So, Gurudev, this is the question from Vaishnavi Vani, Mataji. This is into chat. So I will write on Russian at first, yeah, and then I I will read on Russian and then I read on English. So, Гуру Махарадж сказал, что мы должны очень беспокоиться о том, как мы используем свое время. Я теряю очень много времени в течение, когда я сплю. Я просыпаюсь для чтения, для воспевания и затем засыпаю снова. Сейчас я стараюсь ложиться спать раньше и не есть вечером, но все еще это является для меня большим вызовом. А как же мы можем постепенно сократить наше время сна с 7-8 часов до 6 или 5, или даже меньше? Большое спасибо, Гуру Махарадж, за вашу замечательную лекцию. So, Guru Maharaj, this is the question from Vaishnavi Vani Mataji. You said we need to be careful in using time. I lose a lot of time in sleeping. I wake up for chanting and sleep again. And now I try to go to sleep early and not to eat after evening, but still it looks like a big challenge. How can we gradually reduce our sleeping from 7 and 8 hours to at least 6 and 5 hours or even less? Thank you, Guru Maharaj, for your wonderful lecture. Hare Krishna. Yes, we want to control our
sleeping. We don't want to sleep too much. We should be regulated in our eating and in our sleeping. Да, мы должны контролировать свой сон. Нам не следует спать слишком много. Мы должны контролировать свою еду и сон, отрегулировать их. So Srila Prabhupada recommends that 6 hours should be enough sleep. But if you need a little more, yeah, then you can take a little more. Some people need to sleep more. Some people can get by with less. Сила Прабхупада рекомендует нам спать 6 часов. Но некоторым требуется чуть больше сна, а некоторым меньше. То есть все нужно регулировать. У каждого свое. You don't want to be drowsy all day. If you didn't get enough rest at night, then you'd be drowsy all day. You won't think clearly. You won't do your services properly. Если вы не будете спать ночью, то вы будете чувствовать себя так, как в тумане весь день. Не будете ясно мыслить, поэтому нужно высыпаться. Next question, Gurudev. Okay. Следующий вопрос Хладини Матаджи и потом Акути Матаджи. Я, знаете, хотела такого уточнить. Вот когда преданный занимается служением и в этот момент испытывает наслаждение сам, то есть ему очень нравится. Ну, я не знаю, думает об этом преданный о Кришне, не думает, но вот просто вот нравится, как видно, что вот ему прям очень нравится. Вот в таком случае, куда вот преданный, ну как, что происходит вот с преданным, когда вот он сам наслаждается, и видно, что вот прям он наслаждается сам, потому что я заметила, что наоборот, старшие преданные, они скрывают свои эмоции, какие-то наслаждения, вот, то есть не видно, вот. А если прям вот ты видишь, что вот прям ну, человек вот прям вот наслаждается, это вот что? Что это? Такой вот вопрос. Правильно ли это, когда преданный вот так наслаждается служением и не скрывает этого, да? Ну да, как бы видно, что вот ему прям так все нравится, так нравится, вот, и это хорошо. Видно. Окей. Окей, Гуру Махарадж, the question from the Хладини Матаджи. Some devotees are like very much their devotional service, that kind of devotional service which they do. So, and we can see that they enjoy of their serving. So, is it right? Because Mataji said sometimes senior devotees are high, some senior devotees hide their enjoying from service, and they are more serious, more strict, and they don't show their emotions about devotional service, even though they may be like it. So, Gurudev, is it like, or is it correct? Is it okay that devotee likes the devotional service very much? Yes, it's good. Да, это очень здорово. We should be joyful. So when we do devotional service, when we're not on the bodily platform, then we should, we're prasanatma, we're joyful souls. Мы должны быть радостными всегда. Когда мы совершаем преданное служение, мы уже не находимся на телесной платформе, поэтому мы должны быть прасанатма, то есть наша душа должна радоваться в этот момент. The soul's nature is Satchidananda, full of bliss and knowledge. So we should be happy. Природа души – это вечность знания и блаженства, поэтому мы должны быть счастливы. Окей. Пойдет? А можно уточнить? А может в этот момент просто забыться Кришна? То есть вот так нравится, а что там Кришна? Или... Guru Maharaj, okay. Mataji is asking, can we forget about Krishna at this moment when we are enjoying of our devotional service? No. Нет, нельзя. Вы в этот момент Кришну не забудете. You cannot enjoy independent of Krishna.
Вы не можете наслаждаться отдельно от Кришны. Окей? Да, я поняла. Спасибо большое. Of course, you can remember Krishna's devotees. Вы можете, конечно, помнить преданных Кришны. Krishna's devotees, they're representatives of Krishna. Потому что преданные Кришны являются его представителями. Okay. Okay, next question, Gurudev. Yeah. Mataji said, thank you. Yeah, she is understand. Understood. So, the next question from Akuti Mataji. Akuti Mataji, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, благодарю вас за ответ, за лекцию. У меня вот вопрос. Говорится, да, что один из тысячи практикующих только стремится к освобождению. Ну, я сейчас, может, недословно. И вот вопрос у меня связан, как вот, ну вот, мне кажется, что я где-то там сотая, ну, то есть, что мне еще, чтобы до освобождения идти. И вот о Шримад-Бхагаватам и лекциях Шрилы Прабхупады везде говорится, да, про, ну, о том, что мы должны освободиться от вот этой кармы, да, и приблизиться к Кришне. Вот как на этом пути к освобождению, да, чтобы вот не заиграться в такого отреченного, да, но при этом быть искренним. Вот, вот как к этому прийти? То есть, с одной стороны, у меня есть страх, что ну, вот я думаю, что я могу предаться, да, Кришне, но в тот же момент я думаю, что, может быть, это какая-то иллюзия, ну, что я могу предаться. Матаджи, вы можете свой вопрос покороче, пожалуйста, сформулировать, потому что я, честно говоря, сколько не переведу. Да. Так много. Угу. Просто вопрос задайте. Да, 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 да. Угу. Вот говорится, что один из тысячи практикующих, это я поняла, да, он стремится. Да, да. Да. Угу. Ну, может, частями тогда вы переведите. Ну, окей, давайте тогда частями. Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. It is said in Bhagavad Gita that only one person from the 1,000 others is eager to get liberation. Uh-huh. So, дальше. Да, 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 да. И у меня вопрос, связанный с тем, что вот как, с одной стороны, есть желание идти к Кришне, да, но в тот же момент я не хочу имитировать этот уровень. Mm-hmm. And I have a desire to come to Krishna, but on the other hand, I don't want to imitate such a condition. Mm-hmm. Дальше. What do you mean, imitate such condition? Махарадж говорит, а что значит я не хочу имитировать? Ну, то есть есть еще какие-то желания материальные и... Матаджи said, I have some material desires yet. Yeah, okay. But still you have to worship Krishna. Но все же вы должны поклоняться Кришне, Махарадж говорит. All right. If you have all material desires or no material, still you worship Krishna. Если у вас материальные желания, нет ли материальных желаний, вы должны поклоняться Кришне. Mm-hmm. Okay? You have material desires. Most devotees have material desires. У вас есть материальные желания, ну так они есть у большинства преданных. So you're not so different from anybody else. Вы не очень в этом отличаетесь от других. But if you live peacefully with your husband and practice Krishna consciousness, then you can make advancement. Если вы дружно живете с мужем и практикуете сознание Кришны, то постепенно вы будете продвигаться в этом направлении. Если я не живу с мужем.
Атаджи спрашивает, if I don't live with my husband together. Я не смогу продвигаться. Am I not be able to advance without if husband? She, without her husband? Yeah. Well, husband is good for you because he will protect you. Муж это для вас лучше быть с мужем, потому что муж может вас защитить. Women usually need to have a husband to protect them from the material energy. Женщине нужен муж для того, чтобы защитить ее от материальной энергии. You're not very old. You're not very old yet. You're not invalid. You're in good health. You know? Вы не старая, у вас хорошее здоровье. Better you live with your husband. It's safer for you. Вам лучше жить с вашим мужем, это более безопасно. Because if you don't have a husband, then you may be they may be captured by Maya into some very bad situation. Поскольку если вы не живете с мужем, то Майя может вас поймать, и вы окажетесь в каких-то не очень хороших ситуациях. А если муж, он не хочет жить со мной, и его сейчас осудят, и он в лагерь поедет, как вот тогда быть в такой ситуации? If Mataji is asking if her husband... that her husband doesn't want to live with her, and maybe it will be the judge, and then he will be in jail, and he won't be with Mataji. So she is asking about such a situation. Uh-huh. Well, yeah, sometimes these things happen. He may be in jail, put in jail for some time, but not in jail forever. Ну да, возможно, такое иногда происходит, и, возможно, он окажется в заключении, но уже не все время будет там. Лет 5. Mata just said about 5 years. 5 years. Mm-hmm. Yeah. Well, what are you going to do? You don't have a husband. If your husband's in jail for 5 years, what are you going to do? You have to work. Are you going to work? Ну что делать, если мужа не будет с вами 5 лет? Вам нужно тогда устроиться на работу. Well, most people will work. Take a job. Work большинство somewhere. Большинство людей работают, у них какая-то работа есть. And that's the time when you can invite people to come to the temple at that time. И в это время мы призываем всех ходить в храм. Окей, Матаджи пойдет. Очень сложно. Очень сложно. Very difficult, Mataji said. Very difficult, yes. Yes, it's difficult. Krishna puts us in difficult situations. He forces us to surrender more. Да, Кришна нас засаживает, помещает в такие сложные ситуации для того, чтобы мы больше предались Ему. Now, what else could you do? What, you want to divorce your husband? When you divorce your husband, then you'll be looking for another husband. Ну, а что же вам делать? Вы хотите с мужем развестись, но если вы разведетесь, вы начнете искать другого мужа. And you may find an even worse husband than the first husband. You may find the second husband to be much, to be even more worse than the first one. Human Guru Dev husband can be worse, yeah? No, that I said. You may divorce the husband,
And then you want to find another husband, but the new husband may be even more trouble than the old husband. А, понятно. Окей, Аванда-сут. Мухарадж говорит, ну вот вы второго мужа найдете, а может быть вы с ним тоже разведетесь, потому что он может быть еще хуже, какие-то другие проблемы вам доставлять. Получится так, что вы еще больше разводов получите в своей жизни. Yeah. Окей. Okay. Mm-hmm. So you just have, you know, we're always thinking, you know, my last husband was not very good. I'll get a better husband. But you may get a worse husband instead of a better husband. То есть вы можете думать, ой, у меня вот прежний муж был не такой хороший, у меня вот новый, а потом новый окажется еще хуже, чем старый. I know this one devotee. He had a wife, and he used to argue with his wife. So he decided, we're arguing so much, he said, I'm just going to divorce her. So he divorced her, then he got another wife. And the second wife, the arguments were much worse than the first one. Хорошо рассказывает. У меня, говорит, один есть знакомый, что он все время с женой ругался, и наконец решил с ней развестись. И потом женился на другой, а она еще больше с ним ругается, чем первая. So you have to accept, you know, Krishna gave you a husband, but he gave you a husband like this, you know. It's your karma. So we all have our karma, you know. We get the, we enjoy in some ways and we suffer in some other ways. Вы должны понимать, что если Кришна дал вам такого мужа, то он дал вам его по карме, то есть у вас такая карма иметь именно такого мужа. Мы и страдаем по карме, и наслаждаемся тоже по карме. So Krishna has his plan for us. He wants us to learn about the nature of the material world. То есть у Кришны такой план насчет нас. Он хочет, чтобы мы что-то поняли насчет природы материального мира, научились чему-то. There is no happy place anywhere in the world. В материальном мире нет ни одного хорошего места. So don't worry about trying to find happiness. Just try to become Krishna conscious. Не пытайтесь беспокоиться о том, чтобы найти какое-то счастье здесь. Лучше думайте о том, чтобы стать сознающей Кришну. Mm-hmm. Я поняла. Матаджи said, I've understood. Okay. Вы думаете, у меня получится предаться? Матаджи is asking, how do you think, Gurudev, can I surrender to Krishna? Can she surrender? Yes, she said, can I surrender? Am I be able to surrender to Krishna? Yes, yes, I think so. Да, Махарадж думает, что сможете. And Krishna has given you a nice child to help you to surrender. Кришна дал вам замечательного ребенка для того, чтобы вы предались. Я поняла. Okay. То есть это не будет искусственным, да, вот таким вот был, вот уходом. Вот. Мне кажется, что я, если вот с Кришной, то это как бы я все искусственно делаю. Мне это кажется. Матаджи, ну а конкретно что? Ну. Просто не очень понятно. То есть у меня есть материальные желания, они меня как оковы держат. А когда я, ну, начинаю двигаться в сторону, да, служения Кришне, то у меня ощущение, что я это, ну, как искусственно. То есть не получилось в материальной жизни, да, что-то сделать, и такое, как убегание в духовность. То есть что вот. Как будто вы притворяетесь, да? Что да, 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 okay. Да, что я притворяюсь. Mataji said, I have some material desires, and if I try to come to Krishna, it seems to me that I pretend to be devotee only. Well, pretending to be a devotee is, at least pretending to be a devotee is better than pretending to be a karmi. Бхагарадж говорит, лучше притворяться, что вы преданная, чем притворяться, что вы карми. Хорошо.
So, Gurudev, there is no more question, if I understand correctly. Да, преданные, больше нет вопросов? Okay. So let me finish. Yeah, Guru Maharaj, Adridharana would like to ask some words only. Guru Maharaj, may I, after finishing this Zoom, to call you for finishing our conversation? I have two personal okay. questions on that. Mm-hmm. Thank you. Okay. So we finish here. You have this actually message. Yes, Guru, there is no more question. Okay, thank you very much for your translation. Thank you very much for your mercy, Gurudev. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai Bhakti Vidyana Sundar Singh Maharaj ki jai. Thank you very much for your time, Guru Maharaj, for your time for us. Hare Krishna, всем спасибо, дорогие преданные. Спасибо большое. Спасибо, Живо Шачи, спасибо. Hare Krishna, преданный, спасибо. Со слава Шри Прабхупаде. Спасибо. Hare Krishna.